2022 году в начале сентября приехал в город Пятигорск и там начал работать охранником. И в Телеграме создал Телеграм и там находил группу под названием «Исламское государство». И там начал изучать радикального ислама. Они мне дали задачу, чтобы я снимал контейнер в рынке и купил некоторые вещи для взрыва. И со мной был тоже один брат, он тоже некоторые вещи покупал для взрыва. Мы должны купить компоненты для взрывчатки, чтобы взорвать отдел полиции город Пятигорский. И после этого нас задерживали сотрудники ФСБ.